Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского федерального университета по научной деятельности, доктор геолого-минералогических наук, профессор, естественно, директор Института геологии и нефтегазовых технологий и попутно еще председатель, я правильно понимаю, докторского диссертационного совета Казанского федерального университета Данис Карлович Нургалеев. И повод для встречи очень простой, ну, относительно простой. На днях стало известно о том, что Казанский федеральный университет подписал совместно с Имперским колледжем Лондона, совместно с компаниями «Роснефть» и «Бритиш Петролиум» программу магистерскую, да, в просторечии называем программой двойных дипломов или в программу в рамках так называемой мобильности, да, мобильного студента. Я посмотрел на сайте информацию, она там подана как сенсация, как нечто уникальное, по крайней мере, в пределах Российской Федерации. Это не преувеличение, это на самом деле что-то из ряда вон выходящее событие. Можно сказать так, потому что действительно вот, по многим параметрам эта программа она особенная. Она в каком-то роде уникальная, например, по стоимости она уникальная. Да, мы к этому чуть попозже вернемся, давайте содержательной части. Самое главное, она уникальна в том смысле, что люди, которые закончат эту программу, они получат два диплома. Это программа двух дипломов. Вот. Они получат диплом Казанского федерального университета и получат диплом Imperial College Лондона. Ну, диплом по нефтегазовой инженерии Имперского колледжа, Imperial College London, это очень хороший диплом. Ну, это вот Petroleum Engineering, это и программа так называется. Да, Petroleum Engineering, да. Такая программа называется. И, конечно, этот диплом, он котируется, конечно, во всем мире. Я так говорю, значит, людям, которые поступают туда, это вот вы, как в России говорят, левой ногой будете открывать дверь в любую мировую нефтяную компанию. Данис Карлович, вы просто, как говорится, с уст сняли. Я когда прочитал сообщение, вспомнил, в пору, когда я был студентом, там вот мы тогда мы что-то краем уха только слышали, что есть там двойные дипломы, об этом говорили, как о нечто так вот, заоблачном, что человек имеет двойной диплом, и, соответственно, он может безболезненно себе найти хорошую работу в любой точке мира. Но потом выяснилось, что все не так просто. И вот я как раз предлагаю на примере этой программы вообще дальше перейти чуть позже, да, вот к тому, что с этими двойными дипломами, с программами этой академической мобильности, студенческой, преподавательской, где здесь место КФУ. Ну, вот вы уже сказали, да, вы предвосхитили мой вопрос, что очень высоко котируется этот диплом. И остается только понять, каким образом будут отбираться или уже отбираются счастливчики, которые могут претендовать на участие в этой программе. Это какая-то специальная методика отбора, есть какие-то ограничения, я не знаю, там по успеваемости, по каким-то другим параметрам. Конечно, вот я немножко уйду на эту историю, вернусь, да. Угу. Такие программы в России были. Вот известна такая программа Хериот-Ватс Томского университета, Томского политехнического университета. Программа с университетом Абердина. То есть программа, это Утомичей. Да, Утомичей, да. И были такие программы, были, их много было, таких вот немассовых, единичных, таких вот и в Москве, и в Питере, и в Томске, и в Новосибирске. То есть человек заканчивает магистратуру, скажем, в университете, учится в магистратуре в Российском университете, а второй год доучивается там где-то, вот второй год уже учится за рубежом, да? Так, второй год, извините, значит, грубо вот на пальцах, 4 года он учится в родном вузе, да, в родном университете, бакалавриат. А 5-й год по этой программе где-то там? Нет, вот 4 года он заканчивает бакалавриат, после этого он поступает в магистратуру. Да. Он поступает в магистратуру, например, в университет Хериот-Ватт, да? Вот. Но это вот годовая аспирантура, годовая магистратура, вы можете сами поступить, заплатить деньги и поступить вот в магистратуру, закончить ее, вернуться в Россию там, или уехать за рубеж. Не возвращаться в Россию, да. Вот. Но такая программа была вот в Томске, в Томском политехническом. Вот.
Но сегодня эта программа уже полностью реализуется в Томске, потому что Томск получил право вот эту программу магистерскую, значит, реализовать прямо в Томске. То есть люди никуда не выезжают, на английском языке реализуют ее в Томске. Это возможно. Но в чем отличие нашей программы? Во-первых, это совсем другой уровень. То есть Imperial College – это совсем другой уровень. Это университет, который в первую десятку университетов входит. Не просто по направлениям каким-то, а в целом вообще входит в первую десятку университетов. В мире? В мире, да, в мире. И вот эта программа Petroleum Engineering, она всемирно известная, как бы, да. И там, конечно, довольно большой конкурс, но конкурс, в принципе, умных людей, умных ребят, которые хорошо знают язык, да, имеют хорошую такую вот нацеленность на результат, мотивацию. Таких ребят много. Но стоимость этой программы, она сразу как бы фильтрует многие, потому что очень большая стоимость этой программы. Они должны сами будут заплатить за учебу? Да, обычно люди сами платят за учебу, но в данном случае вот наша программа, она поддержана грантами. Гранты от Роснефти и British Petroleum. Угу. Две компании мировые, да, поддерживают эту программу. Вот, и мы набираем до 10 человек в этом году на эту программу. Эти люди первый год будут учиться в Казанском университете. У нас на английском языке, естественно. А на второй год поедут Imperial College. Это люди, кто эти люди? Это казанские студенты? Нет, не только, или это со всего мира только, может это быть? Не со всего мира. Это российские студенты. Это российские граждане должны быть. Первое условие такое, да. Они должны, естественно, иметь прекрасные оценки по предметам бакалавриата или магистратуры, что они закончили. Вот. И очень важно, они должны иметь очень хорошую подготовку по языку. То есть значит, должны иметь сертификат. Ну, это связано с тем, что преподавание на английском языке будет. Да, конечно. Идти. Человек должен, этим обусловлено. Да, человек должен понимать полностью, что люди говорят, о чем говорят, то есть язык понимать прекрасно. Такой advanced уже, да, как минимум. Продвинутый хороший язык должен быть у них. И вот они должны иметь сертификат определенного уровня. Вот. То есть вот эти, значит, и, естественно, должны написать мотивационное письмо, зачем они, почему они хотят там учиться, и что они хотят вообще сделать. Они документы подают куда? Вот они документы подают здесь? Нам. Ваш после институт. Этого, да, документы рассматривает еще Imperial College тоже, потому что на второй год они берут их к себе, так сказать, учиться, да, и более того, после того, как Imperial College, значит, подтверждает, что вот действительно, да, да, человек достойный, вот мы подтверждаем, мы выносим еще на третий, это что называется, круг, это собеседование такое, собеседование, маленький экзамен, собеседование, это состоит 6 августа будет, туда приедут представители, значит, обоих компаний. И компания... Куда? В Лондон? Казань приедет. Сюда приедут, значит, представители компаний и представители конкретно тех компаний, где эти выпускники будут работать после завершения магистратуры. А это компании дочки Роснефти. Так, вот это существенный момент. Значит, по параметрам мы поняли, что это всего 10 человек, 10 человек, назовем их так, счастливчиков. Все 10 человек будут фактически учиться бесплатно, потому что они будут учиться на гранты, которые выделяет Роснефть и British Petroleum. Угу, да? Угу. 6 августа – это дата согласования. Я специально говорю для наших телезрителей, среди которых достаточно студентов. Ну, на самом деле, есть еще шанс попытать? На самом деле нет. На самом деле документы уже поданы. Это уже как бы рассмотрено. Дело в том, что эта программа, мы ее заявляли, и вот достаточно долго мы, значит, ее обсуждали, утрясали все моменты, потому что действительно это в каком-то смысле уникальная программа. Она уникальна во многих смыслах. И по уникальности Imperial College, то есть диплом это действительно очень хороший, котирующийся мне диплом, и стоимость, и то, что ее поддерживают две большие крупные мировые компании. Ну да, да. Да. Это... И то, что эти люди потом будут работать вот в этих предприятиях. Это, да? Кстати сказать, я вот забыл закольцевать предыдущие, когда перечислял параметры. Это означает, что они обязаны будут какой-то срок отработать? Да, какой-то срок отработать должны будут. Сколько? Три, пять? Три, по-моему, года. Три года, да, в этой компании. Потом... Если не устроит их, они могут дальше двигаться. Свободные люди. Угу. Ну, в общем, я бы сказал, что щадящие условия. Многие так стремятся попасть в такие компании, как Роснефть, попасть в Роснефть, там, это уже неплохо. И потом сегодня эти люди уже будут знать, в какую компанию они поедут. И в процессе обучения это тоже будет учитываться. То есть, во-первых, мы в процессе обучения будем приглашать представителей Роснефти, сказать, работать с этими студентами, то есть они будут читать какие-то лекции, там, проводить какие-то занятия,
практики проводить будут, и дипломы эти люди, вот диссертации будут писать на материалах, которые вот связаны с Роснефтью, да? Смотрите, Денис Карлович, вот здесь возникает такой, ну, для специалистов это не новый вопрос, это для нас, дилетантов, вопрос, может быть, вот, который я хотел бы прояснить, потому что среди зрителей тоже в основном люди, да, не погруженные в тонкости этих программ. Вот вы дважды упомянули, что принципиально и очень важно, что человек хорошо знал английский, потому что на английском будут преподавания. Но если мы говорим о двойных дипломах, о том, что какую-то часть, вот бакалавриат закончили здесь, магистратуру, эти 10 человек, вот если конкретную эту программу иметь в виду, поедут в этот в Лондонский имперский колледж, правильно? Да. Но, на мой взгляд, я, если я правильно понимаю, проблема ведь не только в знании языка, английского в данном случае, но проблема в совместимости программ. Да, конечно, это все сделано, конечно. Как? Вы их обсуждали? Конечно, конечно. Целый год мы обсуждали, значит, Imperial College, наши программы, мы их, так сказать, состыковали, чтобы они как бы, ну, были состыкованы по смыслу. По времени, вот по, скажем, продолжениям. Ну вот да, каждая вещи, программа, да, содержит определенный набор, да, знаний, определенную структуру, конечно, да, да, того, что человек должен усвоить. Конечно. Но если 4 года в бакалавриате он учился здесь, в Казанском университете, да, на примерах, ну, если уж так огрубленно говорить, ромашкинского месторождения и так далее. Не только, да. Ну, не только, конечно. Ну, я специально огрубляю, немножко упрощаю. А потом он на год едет, ну, Дивон, он и в Африке Дивон, понятно, да, но тем не менее, вот он едет в Лондонский колледж, а там, возможно, сами подходы, сами принципы, сама структура программы другая. И в чем вопрос-то мой заключается? Вы сказали, что вы согласовывали, в течение года согласовали. Согласование в чью, то есть, кто явился стороной компромисса, что ли? В пользу студента, так скажем. А, вот так, да. Дипломатичный ответ, ничего не скажешь. То есть, вы знаете, вот вы правы в том, что... Кто-то же должен был уступить, сказать, что, ребят, ну хорошо, согласны, мы это вот скорректируем под вас, вот в эту сторону, в чью? Не, ну, именно в сторону студента, потому что, знаете, в чем проблема, да? Вот вы говорите про примеры, на каких примерах люди обучались, ну, да, да? Да. На самом деле, конечно, это конечно, имеет какое-то значение, но это не столь важно, на самом деле. Когда вы заходите в пласт, например, ныряете, да, вытаскиваете вот этот пласт, ну, породу эту, да, есть нефть, она мало, иногда очень мало отличается. Я вас сибирская, понимаю, там какая-то, с точки зрения геологии, да, конечно, да, она примерно, планета все-таки у нас одна, да, одна геологические планета, условия, да, формирования одни. Да. Я не совсем точно, не совсем корректно выразился. Я имел в виду, ну что, да сами подходы даже, вот, да, к освоению материала, там, так называемый, там, кластерный, назовем, ну, грубо, опять же, там, подход, или последовательный, прохождение каких-то там, или параллельное прохождение. В системе образования все эти вот, то, что, все эти вот моменты, все эти технологии, о которых вы говорите, они все отработанные. То есть есть некая последовательность подачи материала, она согласована, да? Есть, ну, некоторая степень повторяемости. Ну, конечно, конечно. Тут абсолютно сейчас, сегодня, вот, например, ну, методики, которыми мы пользуемся при обучении и на Западе, они очень похожи и, ну, практически одни и те же. И вот эти все технологии стыкования курсов, они, в общем-то, известны все. И... Ну, я немножко вот посмотрел, да, литературу кое-какую перед встречей с вами, обратил внимание на две позиции. Ну, во-первых, с 90-х, по-моему, годов у нас вот эти вот начали развиваться программы мобильности. Ну, после того, как СССР кончился, мы опять кинулись строить капитализм, свободный рынок и так далее. И более 70 вузов российских в настоящее время, даже где-то в одной из статей названо было конкретное число, 74, ну, понятно, что оно плавающее, может, чуть больше, чуть меньше, не суть, вовлечены вот в такого рода программы. У кого-то они такие вот, как у КФУ, да, там с мощным совершенно там западным стоповым колледжем, у кого-то попроще. Но приходилось слышать и читать вот такую точку зрения, неоднократно высказываемую в разных источниках, что, ну, что на самом деле зачастую приходит. Приходит какая-то иностранная компания или учебное заведение, и просто нам продает какую-то программу,
мы там оплачиваем, и для нас это такой черный ящик, мы не имеем права вмешиваться. Вот как они, что они решат, то они и сделают. Это не про нас, не про КФУ. Нет, с имперским не колледжем. Про нас, потому что, вы знаете, ну, трудно сказать, скажем, про нас, это не про нас, потому что вот имперский колледж, конечно, у них есть готовая программа, годовая программа магистратуры, так ведь? Конечно. Да? Да, конечно, она есть. Они же не будут ее менять. Они не будут ее там сильно менять, скажем, по каким-то, потому что вот мы с ними там. Но какие-то изменения они вынуждены были внести, потому что нет смысла, скажем, повторять какие-то вещи, скажем, вот как бы базовые вещи, которые мы даем на первый год обучения, да, нет смысла их повторять, скажем, опять. А они у них, да, есть. Они у них были, потому что это годовая магистратура, так? Угу. Поэтому вот эти вот сбивки программ, они произошли в течение года. Да, это не легко было, наверное, да, наверное, им как бы... Зачем менять программы, когда у них есть востребованная программа, куда идут люди? Ну, тем не менее, вот и то, что две крупные компании такие, Роснефть и BP, поддерживают эту программу, и люди, скажем, из BP там разговаривали, Imperial College там, да. Вот, то есть изначально вот эта вот годовая магистерская, извините, что перебил, годовая магистерская программа Имперского колледжа лондонского, она была упакована таким образом, что вот человек за год проходит, да, все и проходит. То, что мы за 4 года в бакалавриате, чему учим своих студентов, и уже магистерский год. Все упаковано в один год. Ну, поэтому совсем... и азы там, как вы сейчас упомянули. Ну, да. Вот сейчас эти азы вроде убрали, а чем-то их заменили? Да, конечно. Тем конечно. Более глубоким каким-то... Конечно. То есть, ну, понимаете, всегда есть, скажем, необходимость что-то углубить, расширить, как бы, да, как у нас говорят. Да? Это всегда есть. Михаил Сергеевич бессмертный, то есть, в вот, этом смысле. То есть, вот в смысле обучения годичной магистратуре, это очень такое вот жесткая, такое компактная такая процедура. Слушайте, там... ну вот, да, я понял, да, спасибо. Но вот эти 10 человек, это получается у вас прям какой-то такой штучный товар, и тут и British Petroleum, и Роснефть, и вроде бы и университет, но в то же время мы говорим о том, что это могут быть, уже есть, да, уже есть. Это ребята не, вовсе не обязательно из бакалавриата вашего института, да? Нет, конечно. Нефтяных технологий, геологии, или наоборот, вернее, минералогических, на, там, геологии, нефтегазовых технологий. В чем наша файда, говоря по-татарски, наша выгода? Ну, во-первых, эти люди будут работать вот в Роснефти, да? То есть, да. British Petroleum – это просто благотворительность со стороны British Petroleum. Они не претендуют на этих специалистов. А, вот так вот, да? То есть... Роснефть, ну, British Petroleum вообще в России работает в купе совместно с Роснефтью давно. Да. То есть, это вот партнеры, которые только так они работают, да, British Petroleum в России. Вот. И British Petroleum в данном смысле просто выступает как спонсор. Спонсор этой программы, а Роснефть уже как конкретный потребитель. Вот какие-то особенности, которые нужны были для Роснефти, вот эти все вещи, наши геологи, наши объекты вот добычи, да, конкретные, скажем, вот Роснефть, она компания, у которой есть разного рода, скажем, объекты, значит, которые они разрабатывают сегодня, да, там, тяжелые нефти, вязкие нефти, или там какие-то глубокие нефти, еще какие-то нефти, там сланцевые нефти. Вот. И в связи с этим тоже вот мы программу свою под это дело подкорректировали. Да, вот нашу программу. Наши преподаватели какое-то участие принимают? Конечно, наши преподаватели будут преподавать. Будут, да. Преподавать, да. Там, в России будут преподавать наши преподаватели. Все-таки вот я чувствую себя сейчас этим счастливчиком-студентом и не очень понимаю, я где буду? Я буду любоваться Тауэром и другими лондонскими достопримечательностями, ходить по прекрасным лондонским садам и слушать лекции, или я буду в Казани сидеть? Нет, один год вы будете в Казани сидеть. Так, хорошо. А на второй год, следующий год, вы поедете в Лондон. То есть два года. Два года, да, два года, да. Год здесь. Два года, я же говорю, на года. Английском, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все под Роснефть заточено, потом год еще в Лондоне. Да. И потом я получу диплом. Два диплома. Государственного образца, как у нас Казанского говорят. Казанского университета диплом государственного образца и диплом Imperial College. Но если я захочу куда-то поехать по линии той же British Petroleum, например, меня влекут месторождения в Нигерии, там еще где-то, да? Пожалуйста, после того, как три года я буду предъявлять диплом лондонского колледжа? Пожалуйста, можете предъявлять. А Казанского, если предъявлю? Пожалуйста, предъявить может Казанского.
Это будет вполне, да, вполне, люди поймут, да, что я прошел вот эту совместную программу. Да, конечно. Очень интересно. Я понимаю ваши интересы, да, которые лежат в определенной сфере, да, естественно, науки, нефть, геология, минералогия и так далее. Но я хочу вас спросить сейчас, как у проректора вообще по научной деятельности. Вот если говорить о КФУ, насколько вообще вот эта практика двойных дипломов, так называемых, распространена в нашем университете? Может быть, вы можете сказать каких-то других примеров? У нас много таких примеров. Я даже могу сказать на примере нашего института, Института геологии и нефтегазовых технологий. Да? У нас несколько таких программ было. Но они не очень такие большие, вот, да? Они штучные, там 1, 2, 3, 5 человек. Да? Вот, у нас интересная очень программа, она продолжается с Фрайбергом. С Горной академией во Фрайберге, Германия. Угу. Это вот академия, где как раз Ломоносов учился, да, вот, изучал вот, земные недра, изучал Ломоносов. Вот, после чего он приехал, написал вот, да, о слоях земных. И решил, что Сибирью будет прирастать, да, совершенно Россия, верно. Да. И, в общем, был абсолютно прав. Вот, он там учился. И вот с этой академией у нас очень хорошие отношения, научные и, значит, образовательные. И наши студенты по два, по три человека, значит, каждый год проходит второй курс магистратуры, второй год магистратуры, обучаются там. Сначала это было полгода, они там обучаются, пишут диплом там, диссертацию, здесь пишут диссертацию, защищают. Сейчас вот мы договорились, что они будут год там обучаться. Аналогичная программа у нас есть, значит, периодически возникает с Калгари. Потом возникает такая программа у нас с Французским институтом нефти. Периодически возникает, значит, мы находим человека там, спонсируем как-то его второй год, вот, да, обучаем его. Вот. Так что таких примеров у нас много. Ну, в университете довольно много таких примеров, когда два диплома люди получают тоже. Ну, это касается, например, вот, медико-биологического сектора, это как-то касается, насколько... У биологов тоже такие программы, такие, да, программы. Нет такой массовой программы какой-то. Я понимаю, что программа, теперь уже понимаю, что все программы штучные, в лучшем случае речь идет там буквально, ну, буквально о единицах, да, два человека, три человека, пять человек. Десять человек вот в той программе, с которой мы начали сегодняшний разговор. Но вот в тех программах, которые вот вы сейчас упомянули, с Фрайбургом, с Калгари, с какими-то другими... А? Фрайберг. А, с Фрайбергом, да? Да. Есть Фрайбург, который ближе к Франции находится. Есть вот в восточной Германии есть Фрайбург. С немцами опасно. У них и Франкфуртов два, можно очень легко. Хорошо, спасибо за уточнение. Берг, это гора, значит. Я понял, да. Горная академия, вот Фрайберг. Да, не город Бург, а Берг. Да. Yes. Так вот... Там, как я понимаю, уже о спонсорах таких, как British Petroleum или Роснефть, речи не идет. Кто тратится? Университет? Нет, тратится? Вы знаете, с Фрайбургом, Фрайбергом, опять я заговорил, да, заговорили у меня, Фрайбергом проще. Во-первых, они за обучение денег не берут у нас. Ну, немцы, в принципе, по-моему, там бесплатное высшее образование. В общем, даже вот иногда стипендии даже помогают студентам получить. Какую-то. И поэтому, на самом деле, расходы связаны с проживанием, с питанием студентов. Но, тем не менее, они есть. Кто эти расходы несет? Обычно несут сами студенты. Сами студенты. Да. Понятно. И таким образом, они по существу ни моральной, ни материальной ответственности перед университетом после окончания вот этих вот программ двойных дипломов не несут? Нет. Ну, в основном они остаются у нас, эти ребята. Серьезно? Конечно. Потому Почему? Что, ну, патриоты? Не то, что патриоты, знаете, эти люди обычно, эти магистратуры не связаны с научными исследованиями. Они более такие научные. И потом они видят, что у нас условия для исследований очень хорошие, и они вот обычно продолжают у нас работать. Вот это очень симпатичная вещь, да. То есть не рублем привязывать или там долларом, а возможность развиваться, да, научной базой. Более такая научная магистратура получается. Пока, по-моему... Никто у нас не ушел. Вот. И только те, кто заканчивал во Франции, в Канаде и в Германии, мы их как-то к себе забираем. Пока. Денис Николаевич, большое спасибо вам за беседу. Признаться, было очень любопытно. Я честно вам скажу, признаваться так признаваться, я почему-то думал, что это более массовый характер такой носит. Да, вот. Ну, нет, конечно. Да. Но...
Но выпекаем, да, выпускаем штучный товар, и, по идее, эти люди, ну, так вот, как принято говорить, должны быть на вес золота. Они вообще должны были золотыми ребятами конечно. Быть уже по определению, по уровню развития, по мозгам, да, в целом по интеллекту, да, в том числе и по ментальному интеллекту. В этом году, в принципе, мы немножко поздно, значит, вопросы все организационные с Роснефтью решили, да, и поэтому мы немножко поздно начали рекламировать эту программу. Угу. Но эта программа еще на следующий год тоже будет продолжена. То есть на следующий год мы точно так же будем набирать. Вот мы осенью в этом году уже эту программу объявим, такая, какая она есть. Вот. И я думаю, что на следующий год конкурс будет очень существенный. В этом году около 40 человек сдало документы на эту программу. Это немного. Ну, да, со всех, мало знали, многих вузов России, в том числе из Москвы, из Питера, из Новосибирска, из Томска. То есть вот, ну, из Иркутска, со всей России, по сути дела, студенты все-таки узнали, приехали. Мне прислали документы. Вот 6 числа они приедут к нам. Здесь будет очный тур. Вот, и мы с ним поговорим. Но мне вот сегодня еще что хотелось сказать вот немножко, что сегодня вот идет... люди... Сегодня очень много людей хотят получить нашу профессию. Геолога, геолога-нефтяника, инженера-нефтяника. Наверное, это неспроста. Вот я могу такой цифры привести. Вот мы принимаем на бакалавриат, на бюджет 110 человек, да? Около 2000 человек сдали документы на эти специальности. 10 человек на место, грубо. 20 человек на место. 20 человек. 20 человек практически на место, да? Ну, это как бы такой конкурс эфемерный, условный, потому что люди там говорят, на 5 делите, там, неважно. Да, да. Да. Вот. Но, тем не менее, вот интерес к этой профессии огромный. Я скажу, почему. Вот иногда меня удивляет, почему вот огромный интерес к юридической профессии, там, да, экономической профессии, да, гуманитарным вообще вещам, да. Ну, во многом, действительно, у нас очень мало, наверное, юристов хороших, да, юристов надо больше. Хорошая правовая сторона. По количеству их много. Да, наверное, да. По качеству, наверное, нужно много юристов. Я согласен с этим, да. Но дело в том, что Россия – это еще страна, которая обладает колоссальными ресурсами природными, в том числе вот нефтью, газом, золотом, алмазом. Вот все, что хотите, все у нас есть, да. И, конечно, вот в России, имея такую профессию, найти работу не проблема. Причем высокооплачиваемую работу. Сегодня вот наши выпускники, они практически 100% устраиваются с очень хорошей зарплатой. И даже вот я знаю ребята, которые заканчивают магистратуру, они уже так вот, а сколько зарплату дают там? Говоришь, ну, 60-80. Говоришь, ну, что-то маловато, надо как-то вот, ну, как-то посерьезнее надо как-то, да? То есть у ребят уже такие требования хорошие. И вот сегодня, когда люди сдают вот эти свои документы, они как-то не определены еще. Вот я вижу, что нет хорошей профориентации у ребят. Да, вот ребята подают, например, в институт экологии подают, на физфак подают, к нам подают ребята. И вот мечутся, куда же пойти, на самом деле, да, куда вот такой профориентации. Мы в последние годы очень большую работу в этом направлении ведем. Скажем, вот геология в школе не преподается. Мы проводим республиканскую геологическую олимпиаду. Да, вот президент Республики Татарстан лично курирует эту олимпиаду, открывает ее. Это приезжает на закрытие. Эта олимпиада уже проводится в таком масштабе, когда она международная, уже люди из Казахстана приезжают, с Узбекистана приезжают, да, значит, и вот там 1000 человек приезжают в Татарстан, соревнуются. Вот в эти дни идет российская олимпиада, где участвуют наши две команды, да, то есть мы готовим вот этих студентов, людей, которые знают геологию и нефть. Не потому, что нефть – это деньги, да, нефть – это генеральный директор, там хорошая машина, хорошая зарплата, хорошая работа такая интересная, а именно интересуется геологией, нефтью. Ну, интересуется, да. Вы же сами сказали, почему интересуется. Да. Потому что гарантированная работа, гарантированные хорошие заработки. Да, у вас все в шоколаде, как я понимаю. Да не скажу, что так, понимаете, вот. Люди не знают на самом деле. Вот знаете, люди не знают. С одной стороны, 20 человек на место, с другой стороны, вы говорите, не знаете. Данил Скалович, вам, по-моему, грех жаловаться. Но я понимаю пафос вашей этой речи, вашего монолога, завершающего нашу программу. Мы выходим как раз в дни, когда еще можно что-то решить. И я надеюсь, что вы, уважаемые телезрители, родители и студенты, абитуриенты, правильно поняли проректора по научной деятельности Казанского федерального университета Дениса Карловича Нургалеева.
и колебаниям вашим придет конец вот буквально в считанные часы и дни, которые остались до закрытия этого марафона нынешней вступительной кампании. Данис Николаевич, еще раз большое спасибо вам за очень интересный рассказ, за то, как вы так очень изящно, я бы сказал, сопрягли тему штучного производства по кадров по двойным, по политике двойных дипломов и массовой подготовки высококвалифицированных специалистов. Мне остается только пожелать успехов вам персонально, вашему институту, ну и, конечно, Казанскому федеральному университету в целом. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.